Привет, вы на канале, каком канале, я уже не знаю. С вами я, мне, фигово, или на букву, вы уже поняли. Я буду играть в MM2, вот в каком вот скине, но наши цели добить сегодня радиоактивный эффект. Ничего себе, жрам начинается, я чуть не заметила. Потише. Такс, я здесь вообще... не прокачано. Кстати, идею скина можете взять. Вы уже знаете, где это все получать. А вот эти вот все вещи с других карт я вам видео напишу обратно. Видео сниму. Ну как же? Не снимать мне, что ли? Конечно, сниму. По-моему, здесь где-то убили шерифа, или он просто пристрелился. По-моему, пристрелился. А, нет. Я даже ничего не собрала, вы что, офигели? Ну ладно, это победа. Понятно, что тут у нас пишут. А, я поняла. Эта девочка, наверное, не супер хэппи фейс, потому что доказательство где? Доказательство. Давайте выберем особняк. Тут... я хочу, блин, посмотреть, ну ладно, не буду. Не буду докапываться до человека. Кстати, я видел других людей, у которых есть корблокс, реальный корблокс за 17 тысяч робоксов. И супер хэппи фейс, я вообще охренела от этого. Но вообще, как казалось, это не нормальный супер хэппи фейс. Потому что это просто искусственное. Искусство, понимаете такое слово? Искусство, которое можно создать сами. Да, и супер этот happy face создали сами. Просто сами. Посмотрим. По-моему, мне этот, по-моему, бекон. Бекон мне сейчас не нравится этот. Мне вообще он не нравится. Я понял. Хорошо, что это был не шериф. А девочка, это с телефона. Я все понял. Ну ладно, девочка хорошая. Ой, беги. А, эта девочка в прошлом раунде, когда была убийцей, она стала шерифкой. Ну, только где это шериф? Не знаю. О, бедная девочка. Ну ладно. Ну блин, ладно. Это победа. Блин, не успела эмоцию пятую взять. Ладно, это победа. Молодец, девочка. Реально молодец. Я дам. Сейчас соберу. Она молодец, реально. Реально молодец. Просто зайчиком назову. Блин, не могу не встать. Ну ладно. Просто так встану. И все. Кстати, вот это вот я уберу. Я шрифт, да ну нафиг. Она такая счастливая. Так, где она? Может, ее примут друзья? Не знаю. Просто у меня вообще никого нет. Она, кстати, кола. Обожаю колу. Кто обожает колу? Жмите так. О, она приняла? Просто приняла. Она, блин, уже. Стойте, где она? Просто хочется посмотреть что-то на нее. Где она? Где она? Она, по-моему, там? Или где? Где она? Ой, у нее залагало. У нее залагало, это просто капец. Где она? Где она? Где она? Где она? У нее просто залагало к чему-то.
Ну, это победа. Что делать? Простая победа. У нее заругала. Жалко что-то девочку. Очень жалко. А, это девочка. Ого. Спасибо, напишу мое любимое слово. Спасибо. Кстати, на уроках... На уроках танцев тренер говорил такое слово «спасибо». Мы все запомнили ее ученики. Ну, не ученики. Не ученики, просто... Мы запомнили это слово, когда она нас отпустила. В то же время очень рано мы просто хором сказали «спасибо». Просто сказали «спасибо». Это вообще, как понимать-то? Спасибо. Ой, это она? Ай, беги. Что, я ее как-то скрысила? Не могу поверить, что я как-то с первого раза скрыся. Ай! Она здесь. Надеюсь, у нее спринт пока что не работает. А то у нее спринт есть. Я вообще, блин, в шоке с этого, что у нее есть спринт. И этот спринт может заработать. Ё-моё, походу, у нее спринт уже отчинился. Ге. Ой, блин, она меня, короче, убила. Ладно, дождемся следующего раунда. А зачем она встала? Хотя она шрифку там убила. Шрифка там вообще была. Не успела заснять. Что я хотела не длить вам видео и сразу же начать со следующего раунда. Он в той комнате, где стоит автомобиль, этот Ламба. Ламба А4, где стоит. По моему приколу, просто. Короче, там эта девочка стояла в АФК, а она была шрифкой. Вообще было просто в шоке. Если бы я бы выжила бы... Ну, короче, молодец. Я... Просто напишу «молодец, зайчик». Мне нравится. Вот она была шрифкой в той комнате. Мне просто нравится делать людей... радостным, чтобы было приятно. Знаю. Понимаю ее. Реально. Что за безобразие? Слово взято у Ангел Арбикс. Что за безобразие постоянно говорит? Не люблю, когда я людей расстраиваю. Нравится, когда они... Нравится мне, когда они рады. Так, я пойду посмотрю, где тут у нас шрифт. Смотрим. Я все понял. Реально все понял. Там у нас убийца. Стоп. Это шерифа она убила? Реально? Че? Точно? А, да, она убила шерифа. Жалко. А вот у нас тут бегает. Да ну, а нет, это не. А нет, это он, походу. А нет, нет. Блин, она меня за километр убила. Ну как так-то, а? Такой коротенький нож за километр до сих пор убивает. Короче, тут к нам присоединился один чел, который предлагает ПВП на Годли на его випке. Короче, один раз меня скамнили, но я не снимала видео, когда я только начала снимать Roblox. Я была просто прошка, у меня был 100-й левел. Ну, такое и до 100-го дошла. Короче, меня просто обманули, скамнули.
Потом с этого меня как-то забанили, и все мои годли, которые я добывалась, просто забанили и забрали все мои годли. Я просто была в шоке, даже сыр забрали. У меня там, по-моему, фиолетовый был или какой-то еще, я не помню, короче. А, я понял, кто убийца, бекон-убийца. Бекон-убийца, бекончик. 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 Не знаю, где бекончик. Но бекончик такого же левел, как у меня, ну, по-моему. У меня, наверное, пока что больше мод за выживание или за победу шерифа. Я не знаю. А по-моему, там бекон. Реально, там где-то бекон. Его есть что-то. У меня не очень-то так сильно лагает, но вообще за лаг. Проиграть можно. И за проигрыш проиграть можно. Ай! Вот бекон. Идите сюда. За мной убийца там. Ай! Нет! Офигеть! Сейчас помню, кемпер. Это лютый кемпер. Омджи. О май гад, просто. А, нет, все, не кемпер. А нет, по-моему, кемпер до сих пор. Реально, чё? Блин, что за кемпер, фу, боже. Короче, ребята, наша задача теперь не добить, не добивать, как бы, этот эффект. А мы против тиммеров. Тут тиммер, вот первый тиммер, вот он. И вот второй тиммер. Мы недавно только что об этом узнали, вот. Опа. Да уж. Подруга написала, что это просто лютый тиммер. Вот этот тиммер. Я ненавижу тиммеров. Как так? Понял. Да, вот, они тим написано. Ой. Сегодня у нас непростая задача. Даже если мы Март или не знаю кто, тогда вообще не знаю, что делать. Я с ней пойду. Меня смотрят. Нет, ну смотрите. Какие милашки. Нет, просто что? Я убийца? Ой. Стоп. Здесь у нас и арабы. Ничего себе. Что-то у меня лагает по чуть-чуть как. Как бы у меня лагает нормально. Лагает. Так, тут у нас здорово. Блин, что-то как-то стыдно. Что тут арабы делают? Что за арабы? Ну что за арабы, боже. Может, тут кто-нибудь спрятался, не знаю. Я вот боюсь арабов. Реально, кто боится арабов? Ставь лайк. И скажи спасибо, что я тебя не убила. Первый. Прости. Да ну! Да ну нафиг. Чё? Арабов надо убить обязательно. Так, короче, там стоит. Там стоят. Я не очень-то так хорошо умею кидать ножи. Ну, в принципе, так себе. Кто против тиммеров? Не знаю.
того лайк, большущий лайк. С крысы попробуйте тут купить. Блин, почему у меня нож не кидается? А вот стал кидаться, наконец-то, ну, наконец-то. Чё? Откуда? Где она? Ах, ты меня закрыть хотела? Что-то мне как-то не нравятся эти арабы вообще. Я дам ей пест специально, чтобы она со мной разобралась. О, вот еще один. Давай. Да блин, я пойду обходить. Не знаю, что так все делают иногда. Ой, блин, стой, девочка. Стой. Она пошла меня тоже обходить, походу. Блин, ну это, конечно, у меня суперский. Просто звездочка. Ну что ж, пока, девочка. А, ну мы не тиммеры. Просто ей дала шанс подобрать пистолет хотя бы. Просто ей дала. Но зато я убила тиммера. Минус. Минус тиммей. Минус тиммер. Ну, хороший скин, но так, я не знаю, как так, ну как-то так. Минус тиммер. Ну, что делать? Почему ты сразу не молодец? Я же ей... Мы не тиммеры, просто и было. Просто мне было жалко ее убивать. Че, вот и купил. Кстати, мне шериф. Видите, всегда убивает шериф белый. Ой. Че, как она ее не убила? Что-то близко, но я не буду ей возражать. Блин, я ее хотела убить, но не, блин, не получилось. У меня не получилось. Так, где она будет? По-моему, в той стороне, потому что, типа, а, реально она там. Девка, ты что такая тупая? Что ты с чем там стоишь? Знаю, я агро немного, но извиняюсь. Ой, ёбаный театр, она что здесь была? Она что здесь была все это время? Типа, как хочешь. Ты сама сказала. Одна там была. Одна там была. Тут возле шкафа две. Ой. А, ну она поняла, походу она меня сама ловит. Мы не тиммейты, если что. Просто она мне дала подобрать пист, как и я в том раунде ей дала. Реально, мы не тим. Блин, сейчас она придет, меня убьет. Потому что одна девочка хочет, чтобы меня убили. Ай! ПП. ПВП спрошу. Не знаю. Не думайте о том, что... Чё, я реально попала? Где этот? Ё-моё, блин, дайте мне... Блин.
Блин! Прости, я нечаянно. Я не предлагала, просто, блин. Хотела ресет, но камера... видео. Реально. Он кинул его, чтобы он не двигался. Ты не говорил этим. Все. Только перекрытую дорогу. Все. И это да. Еще не понимают, что они в видео. Хотя они реально в видео, но они просто не понимают. Она думает, что мы тим. Хотя она не начинала. Вот. Я просто писала, ну вы уже все видели. Мы же еще не начали. Ту жопенда. Я не знаю, что такое. Я поблинкала, и она сказала, что не будет тимиться. Я сказала, прости. Кто-то помукал, как корова. Она сказала, да ничего. Я не предлагала, а кто предложил, я хотела ресет, но камера помешала. Вы в видео, я ого. Я не говорила этим. Все круто за команду. Я просто написала все видео, не буду длить видео. Что оно уже длится, вы видите, 22 минуты 30 секунд. У меня идеальный интернет, просто идеалити, вы понимаете, что такое? Они тимеры? Нет, против. Короче, не знаю, что. Хорошо, у нас наша задача будет сегодня добить Сид. Чтобы было намного быстрее. Надеюсь, до 30 минут мы уже добьем эти, блин, ситы, миты, что-то еще. Но тем более здесь 23 минуты уже. Все. У нас, короче... Смотрите. А, здесь убили. Вот так вот. Небольшая задержка. Смотрите, я стала шрифкой. Я извиняюсь, что не записала. У меня идеальный интернет. Просто идеалити. Просто рил идеальный интернет. Блин. Блин, давайте. Нет. Сейчас присяду. Ой, перестала лагать. Одна салфетка. Только она. Понял, я слишком сильно обидела. Давайте уйдем с этого. Вы. Ребята, хотя я много раз прощалась, но он все равно меня убил за километр. Она была за стенкой, а я просто уже спустилась по лестнице. Хитбокс. Что? Она опять мардер? Чё, она убийца опять? Реал убийца, ребята. Давайте просто... Чуть не как-то страшно. Эй, хитбокс. Я все понял. У него хитбокс плохой. Я была здесь, и она мне... Не знаю, как она меня убила. Или он... Короче,
пока не буду длить. Короче, я не стала длить раунд, и она в убийце, вы уже все поняли, она нас убила. Не буду говорить, что с хитбоксом. Ну ладно, ребятки, не буду длить. Никто не спрашивает, почему я так поздно играю, смотрите на часы. Сейчас час ночи, не спрашивайте, почему. Нахрена я выключила камеру, если игра началась? Или это у меня просто лагало? Наверное, да. Нахрена я выключила камеру, когда, блин, игра началась? Вот у вас были такие домашние животные, которые только... которые... Чаёк на связи. Чё он меня за КМО убил? Боже, фу. Что это за безобразие? Идея этого слова взята у Димы. Вы уже поняли, кто. Джемпер, злостный джемпер. Эти слова взяты у Твишекс. Если что, какие-то слова буду брать у других роблокстеров. Но вы должны не только слушать то, что их повторяют, но еще быть внимательными, прислушаться. Да ну, здесь тиммеры. Ой. Будет тебе за то, что ты мне... Сейчас я приду. Я вернулась спустя несколько чего-то там. Вы как бы поняли, кто я. Кстати, с этими я бегать не буду. Вы же поняли, чем я. Кстати, я их сейчас всех убью. Нет, идеальный. Минус один тиммер, хотя нет, два тиммера. Я ее убила, все, готово. Этого убьем еще напоследок. Так. Кто это у нас тут там? Знаешь, что нубы очень хорошо кидают ножи. Ах ты. Обходим. Все готово. Я даже не джемпила. Посмотрим, что она будет делать. Помни, надо к тебе подниматься, пока это мне все нервы не вымотал. Не рил к тебе подниматься, заюш. Рил, заюш, мне к тебе надо.
Плюс ПВП. Он сейчас будет обходить. Ну ладно, это все равно победа. Мне на него похер, полностью похер. Я приостановила камеру, чтобы не длить это видео. Я, кстати, стала сливкой. Если эти тиммеры меня убьют, я просто их убью. Так, так, так. Нет. Блин, ну почему я не прошла? Все с безобразием. Вы уже поняли, о чем я. Кстати, пока я здесь хожу. По-моему, кто-то из этих тиммеров стал шерифом. Ой. Шериф это я. А нет, я убийца. Они же... Ты из них шериф, я должна убить этих тиммеров, которые шериф, кто-то из них. Кто из них шериф, я не знаю. Кто из них Марфер, я к ним подходить даже боюсь. А, нет, я слышала труп, так... Как они не опасны? По-моему, это она. Или кто-то из этих тиммеров. Не знаю, наверное, кто-то из этих тиммеров. Да, ну, да ё-моё, с чем закрылись? Сейчас убийца сюда прибежит. Кто это вообще закрыл, я что-то не понял. Тут походу кто-то. Похоже, кто-то был, это точно. С них рил кто-то шериф. Не моя вина, что делать? Не хочу раскраблять людей. Я, ребята, забыла включить камеру, где начало катки начинается. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Короче, тиммеров убили. Я вообще от этого мальчика убегала. Я вообще, моя интуиция мне подсказывала, что это реально убийца. Но я вообще не слышала, что он убил ту девку. Что-то. Ё-моё, я как-то у него, от него выворачиваюсь. Ну, он бежит за мной, конечно. Что же мне делать? Его же цель убивать, а не сидеть просто так и подсматривать, что там делают. О, шериф, давай, убивай, 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 шериф, давай, я видела. Я видела, ты шерифка. Убивай. А нет, это не шерифка, это шериф. Это окончательный шериф. Это джемпер. Джемпер против крутого шерифа. Накачанный такой вот. Блин, ну убей же шерифа. Давай, давай. Девка, чувствуешь, как в кабле? Оу май. Тут убили двоих. Что, давайте подберем пистолет. Я не смогла подобрать. Это какой-то кемпер. А, нет! Чё он за километр убил? Я вообще в шоке. Он еще радуется. Я выберу эту карту. Как видели, меня убили за километр. И, кстати, на... Не знаю. На... Короче, я не знаю, на скольких минутах я буду заканчивать.
Не знаю. Видосы будут выходить каждый день. И, кстати, в воскресенье сниму видео с моими друзьями. Конечно, как же без моих зайчиков? Как же без них? Как же? Ну, как же? Как же без моего зайчика? Моих зайчиков. Они у меня мальчик и девочка. А мы троица. Один мальчик очень спокойный, а мы три девочки. Ай! Нормально, блин, за КМ убила. Что ж, ну а это на этом я буду заканчивать. Видео уже длится несколько, блин, минут. До 30 дошло. Я не хочу, чтобы оно тянуло на 1 час. Так что подписывайтесь на канал. Не забудьте поставить лайк под этим роликом. Если меня забанят, все равно сделаю такой же скин, но будет другой ник. Что ж, давайте будем прощаться. Мне тут очень сильно подлагивает. Дальше, если у меня вот такая штука есть... Да уж. Что ж, а сейчас не подлагивает, но все равно. Всем пока-пока. Ждите воскресенье. Кстати, видос выйдет завтра. Не знаю, в обед или куда, короче, не знаю. Видос выйдет завтра на несколько... Короче, до воскресенья выйдет новый видос. Всем пока. Не знаю, просто всем пока.